Здравствуйте, с вами Аполлинария Гордиенко, и у меня для вас срочное сообщение из Мисс Хора. В течение 3 дней с того момента, когда я снимала обзор поселка, в Мисс Хоре обрушился причал, цены на клубнику и горы мусора. Никого не было в этом. Никто не пострадал. Вот теперь будет страдать. Там нужно городить, чтобы прохода не было. А тут же у нас все одаренные дети. А именно вечером света нету. А тут набережная не освещена, тоже как и парк. А кто осветит? Тут один фонарь вот туда, на русалку. Ну вот прыгали вот только что. Вот рыбаки. Мне совсем не верится, что только 3 дня назад я танцевала на этом пирсе. Какой опасности мы себя подвергали, пробравшись туда. Не понимаю, почему не был огорожен этот пирс. Неужели тогда не знали о том, что он аварийный? Работы по обеспечению безопасности проделаны. Сегодня, 21 мая, произошло обрушение причала, к которому швартовались прогулочные катера. Данный причал, как и остальные на южном берегу, включен в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма. И в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции. Интересно, если бы он не обрушился, он бы не стал приоритетным? Как вы думаете? Остается загадкой, как будет происходить посадка туристов на прогулочные катера. Либо же гости Мисс Хора и Крыма будут вовсе лишены возможности совершать морские прогулки. Всего 3 дня назад я сняла для вас полный обзор Мисс Хора. Ссылочка на этот ролик вот здесь в подсказках оставляю. И посмотрите, что произошло за эти несколько дней. Так, пожалуйста, выбираем. Сладенькое? Очень. Уже по 200, да? Да. Наконец-то. Не говорите. А был 350. И был 350. 400, да, и 350. Тогда и гороха килограмм. Заходите в мой предыдущий ролик, ссылочка вот тут наверху, и сравните цены, падение цен за 3 дня. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики из Крыма.